Что будет, если девушки начнут вести себя как парни, а парни как девушки? Моя юбка, какой стыд! Представим мир, где все поменялись ролями. Смотри на канале Вуху, как парни будут вести себя как девчонки, а девушки, наоборот, будут вести себя по-мужски. Как чудесно, что мы встретились с тобой на ланч. И не говори, я уже немного проголодалась. О, наконец-то наши огромные бургеры. Ну что, засекаем время, кто быстрее его съест. Поехали! Обожаю мясо. Я выиграла, бургер съеден за 30 секунд. А ты получаешь щелбан лузера, подруга. Я такой голодный, могу съесть целого буйвола. О, вот и наши салатики. Сначала фото для сторис. Этот помидор просто красавчик. Ну, приятного аппетита. Как думаешь, сколько калорий в этом салате? Пахнет как здоровье. Ну все, я наелся. Я тоже. Джонни, как твоя растяжка? Превосходно, Тео. Я уже познал полный дзен. Эти упражнения так выматывают. Давай после тренировки съедим пончик. Мы заслужили. А сейчас упражнение на внутреннюю сторону бедер. Тяни носок выше, Тео. Лето близко. Ну все, мы достаточно позанимались. Осталось сделать красивые фоточки. И тренировка окончена. Сфоткай меня, Джонни. Давай, выпейте свой бицепс. Фух, нелегко быть качком. Ну чё, подруга, сегодня день рук? Давай сделаем максимальный вес. Подстрахуешь? Без проблем. Жми, Молли. Я вижу, как растут мышцы. Да, вот это кач. Давай, Ева, бицепс сам себя не накачает. А я съем протеиновый банан. Ну, подруга, поднажми. Еще 3 подхода, ты сможешь. Мы закончили тренировку. Посмотри на эти банки. Зачетно потренились. Давай 5, сестрюня. Ну и день. Я устала, как тюлень. Мечтаю о кровати. А где моя подушка? Что? Тео, ты опять за свое? Может, хватит этих челленджей? Ну, аккуратно. Я держу тебя. А то еще разобьешь свою блондинистую голову. Быстро подмету пол. Уборка занимает 5 минут. И можно представить себя рок-звездой. Или прямой балериной. Пора бы подмести пол. Хотя, зачем лишний раз напрягаться? Под кроватью мусора не видно. Ну и шопинг. Мы накупили столько всего. Давай сфоткаемся в наших новых вещичках. И выложим сторис. Хэштег «Удачный шопинг». Подожди, Джонни, я поправлю прическу. Давай чуть левее. Этот ракурс лучше. Ну что там? Выберем? Нет, нет, нет. Смотри, может это? Здесь у меня какое-то странное лицо, мне не нравится. И это тоже нет. Мне ничего не подходит. Ни одной нормальной фотки. Джонни, ну как можно было так меня сфотографировать? Тео, подожди. Хочешь, я переделаю? Ну как хочешь. Ну чё, нормально вышло? Мне подходит. Мне тоже. Что? В чем ты пришел? Как это понимать, Джонни? Ты оделся в точности, как я. Нет, это ты оделся, как я, Тео. Я же первым купил этот худи. Как ты мог?
У тебя вообще не идет кепка. Сам сними кепку. И вообще, я с тобой не разговариваю, все. Отличная футболка, где взяла? Там же, где и ты, подруга. Ну, мы вообще огонь. Лучшие подруги навсегда. Девчонки, это конец. Я умираю. Передайте Крису Хемсворту, что я его любила. Температура 36,7. С такой не выживают. Что-то мне не здоровится. Температура 39,7. Кажется, у меня жар. Но мне лежать некогда, квартира сама себя не уберет. Кроме меня, никто эту работу не сделает. Так что болезнь подождет. Смотри, милая девушка. О да, мне тоже нравится. Так о чем мы говорили? Не отвлекайся. Посмотрите, кто пришел. О, отличная попка. Не хочешь прогуляться вечерком, парень? Я заеду с тобой в 7. Ничего не может быть важнее ухоженных ногтей. Джонни не расстается со своей пилочкой. Все должно гладко блестеть. Ни одна кутикула не пройдет. Снова делаешь маникюр, Молли? Да, у меня обгрызной маникюр. Сейчас отгрызу этот заусенец. Да мне тоже не помешает почистить ногти. А как насчет педикюра? Нет, это уж слишком. Ой, что с моим лицом? Нужно срочно в душ. Что? Нет воды? Ну все. И как мне теперь помыть волосы? Ну, пожалуйста, работай. Нет? Ну все. Простите, парни, я сегодня никуда не выйду из дома. Тусовка отменяется. О, я ведь только мыла голову на прошлой неделе. И что, снова мыть? Воды нет. Надену кепку. Без проблем. Случайная отрыжка? Фу, Тео, как тебе не стыдно? Фу, и это все? На что ты способен, слабак? Вот сейчас будет отрыжка. Вау! Все судьи ставят наивысшую оценку. 10 из 10. Это золотая отрыжка года. Главное в стирке – правильная сортировка по цветам. Сначала я постираю все белое. Отбеливающий порошок. И специальный деликатный режим. Стирайся, моя любимая одежда. Так, что здесь у нас? Снова гора одежды. Постирать белое с красным? Думаю, вы не подеретесь в машинке. Ну же, одежда, сгруппируйся. Давай, потеснись вглубь. Там еще куча места. Прижались. Фух. Так, и какой режим выбрать? Допустим, вот этот. Сойдет. Гора посуды? Ладно, придется ее вымыть. Разложу тарелки по цветам. Это так красиво. Гора посуды? И что, нет ни одной чистой тарелки? Ну что ж, всегда есть помощь друга. Тео, можешь приехать ко мне? Спасибо, дорогой, ты просто прелесть. Понравились наши парни, которые ведут себя как девчонки, и девочки, которые ведут себя по-мужски? Тогда пиши в комментариях, как ты будешь вести себя в мире, где все поменяются ролями. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик.
Не пропусти новые веселые видео на канале WhoCool.